Приветствую всех! Меня зовут Елена Гутшнер. Я проживаю в Германии, город Бад-Берлебург. Я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о марафоне «Волоски. Реализм» от Академии перманентного макияжа Ирины Потаенковой. А когда она объявила об этом марафоне, я просто не задумываясь приняла в нем участие. Почему? Потому что я уже проходила один курс у нее, база брови, и я поняла, что это не только профессионал своего дела, но и педагог с большой буквы. То есть человек, который может передать свои знания другим. Не для всех это доступно, не все это могут, я имею в виду. Даже будучи первоклассным специалистом, это просто вот дар какой-то, мне кажется, педагогический. Дар должен быть у человека, и он у нее есть. Волосковая техника привлекала меня уже давно. Факт остается фактом, что на сегодняшний день не так много специалистов, которые в совершенстве владеют этой техникой. Допустим, у нас в моем городе нет просто ни одного специалиста, который работает в волосковой технике. Поэтому мне хотелось бы не только научиться тому, что умеют они, но и быть на один шаг хотя бы впереди. Это тоже очень важно для меня. Марафон продолжался месяц. Каждую неделю мы встречались. Этот марафон был рассчитан на всех, на все категории людей, то есть не только на художников, вот, а на тех людей, которые никогда не сталкивались с рисованием. Информация подавалась постепенно, от простого к сложному. Мы фиксировали свои результаты. Была неделя для тренировок, то есть фиксировали, как у нас был исходник. То есть мы нарисовали то, что мы могли до марафона, и потом сравнили с нашей финальной работой. Это было, конечно, очень-очень интересно. Такой огромный контраст. Вот. И эти обучения проводились без воды. Это просто вот полноценное, ёмкое, такое хорошее обучение, только важные моменты. И я поняла, что мне хочется совершенствоваться в этом направлении дальше. Я приобрела для себя годовой курс «Волоски», естественно, в этой же академии. Сейчас я на стадии после базы брови, значит, работа практическая с моделями. И у меня не возникает абсолютно никаких вопросов. То есть те работы, то, что я делаю, нравится мне и моим клиентам. И я просто рекомендую всем, не тратьте деньги, не тратьте время на краткосрочные курсы. Они настолько поверхностные, они не приносят, ну, практически ничего. В этом я убедилась, как раз общаясь с коллегами, да, которые тоже учились у Ирины и делились определенными моментами в своей жизни. И люди, проходя вот эти вот краткосрочные курсы, а даже некоторые начинали работать, и они просто либо разочаровывались в профессии, потому что не получалось, и они просто бросали все и уходили из профессии, либо частично вот приходили на основательные курсы. Ну а позади, естественно, потерянное время и потерянные деньги. Поэтому не теряйте свое время, не теряйте свои деньги, вкладывайте их правильно, идите в Академию Ирины Потаенковой и обучайтесь уже основательно.